Орловские дорожные инспекторы борются с водителями, паркующими свои машины на местах для инвалидов. В областной столице проходят рейдовые мероприятия. Сегодняшнее рейдовое мероприятие инспекторы ДПС проводят в местах вблизи социальных объектов, где имеются парковочные места для инвалидов. Водители других транспортных средств нарушают правила парковки. Ответственность за данное правонарушение от 3 до 5 тысяч рублей штраф. Как показывает практика, водители паркуются на местах для инвалидов чаще всего умышленно. За четверть часа полицейские выписали 4 штрафа за неправильную парковку. Примечательно, что двое автомобилистов припарковались на местах для инвалидов прямо на глазах у экипажа ДПС. То есть водители «Орла» это административное правонарушение серьезным не считают, несмотря на немалую сумму штрафа.